Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, друзья. Мы рады приветствовать вас в гостеприимном зале Саратовского областного дома работников искусств. На галоконцерте первого областного фестиваля православной и патриотической авторской песни, посвященной празднику святого великомученика и победоносца Георгия, проходящего по благословению его высокопреосвященства митрополита Лонгина. Ну, а ведущие церемонии награждения и галоконцерта диакон Свято-Троицкого собора Александра Невской Лавры, руководитель молодежного клуба Лавры, лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов, член жюри многих фестивалей, помощник епископа Назария, отец Сергей Ученишвили. Единственное, что, наверное, на этом вечере не надо было делать, это представлять мою соведущую. Скажите, как ее зовут? А фамилия? Все абсолютно правильно. Лауреат множества фестивалей православной и авторской песни. Мы очень рады видеть вас всех сегодня. И главные слова, которые мы хотим вам сказать: Христос воскресе! Воистину воскресе! Слова пасхального приветствия звучат сегодня, как и 71 год назад, в День Победы. В 1945 году главный православный праздник Пасха совпал с днем чинопочитания святого Георгия Победоносца и предшествовал Дню Победы. Весть о светлом Христовом воскресении звучала вместе с вестью о долгожданной победе. Дорогие друзья, вас приветствует ансамбль «Благодать», руководитель ансамбля, председатель жюри фестиваля, профессор Саратовской государственной консерватории имени Льва Витальевича Собинова, Ирина Львовна Егорова. Я приветствую всех участников и всех зрителей с замечательным праздником. Поздравляю. Пойдем мы к воскресению, спросимся воскресения, как Христа распинали, как Его величали. Христос воскресе из мертвых, о смерти, о смерть по праву. Боже, Боже, вот дарова!
Фестиваль православно-патриотической песни проводился в Саратове впервые. На конкурс было подано более 40 заявок от жителей Саратова и Энгельса, Татищевского и Красноармейского районов, Озинского, Краснокутского, Калининского и многих других. В прослушиваниях приняли участие конкурсанты от 5 до 76 лет. Их мастерство оценивало компетентное жюри. Авторы-исполнители, лауреаты многочисленных всероссийских и международных конкурсов. В 1986 году в Саратове впервые состоялся Всесоюзный фестиваль авторской песни и открыл церемонию автор-исполнитель, наш земляк Николай Михайлович Клюшкин. И вот спустя 30 лет он принял участие в работе жюри первого областного фестиваля православной и патриотической песни «Святой Георгий». На сцену приглашается Николай Михайлович Клюшкин. Действительно, почти 30 лет назад, в 1986 году, в Саратове состоялся первый всесоюзный фестиваль авторской песни. И мне выпала честь тогда открыть этот фестиваль песни замечательного самарского автора Александра Краснопольского «О Волге». Вот я сейчас хочу еще раз спеть эту песню. Как над Волгой рекой расплескался закат, и серебряной песней река звенит. Про княжну-раскрасавицу и казака, что поют до сих пор на Руси искони. Много весен и зим с давних пор пронеслось, но по-прежнему в Волге у Жигулей и персидскую девочку жалко до слез. И раздольная воля невесты милей, и персидскую девочку жалко до слез. И раздольная воля невесты милей. Расписными челнами закат догорит, солнце красного яхонт уйдет ко дну. Только Волга течет, только песня звенит, и не может их море вместить ни одну. Только Волга течет, только песня звенит, и не может их море вместить ни одну. Фестивале православно-патриотической песни «Георгиевский крест» приняли участие поэты Ассоциации свободных поэтических объединений Саратовской области. И сейчас я с удовольствием приглашаю на эту сцену Наталью Смирнову со стихотворением «Девочкам грозовых лет».
вдохновением к этому стихотворению. И первой строчкой послужила строка Булата Акуджавы. Многие узнают. Ах, война, что ты подлое сделала? Накатилась кипящей волной. Сколько девочек, платьица белые, не примерили в свой выпускной. Сколько душ на кусочки разорванных поросло по окопам быльем. Сколько сгинуло их, нецелованных, в огнедышащем жерле твоем. А бывало, под лаской случайною, загорались нежданно сердца и любили до боли, отчаянно. Ты их, Боже, прости, без венца. Нет, неправда. Бедою повенчаны, невзирая на горечь потерь, воевали усталые женщины за своих нерожденных детей. Как сумели не пасть, не извериться, не суди, Господь, не суди. Автомат, как желанного первенца, прижимали с просонья к груди. Не просили они Божьей милости, побеждая усталость и страх. Что пришлось этим девочкам вынести на своих немогучих плечах? Время кружится желтыми вихрями, но в сумятице нынешних дней память сердца плывет, взори тихие над простором России моей. А сейчас на эту сцену выйдет гость фестиваля, ваш земляк Алексей Гаврилов, и он исполнит свою авторскую песню «Мотыльковая метель». Встречайте. Христос воскресе! Вот. Ну, песня на самом деле не совсем авторская, написанная на стихи поэта, наверное, большинству здесь известного Михаила Семеновича Мулина, «Мотыльковая метель». Парк, ожившая пастель, радость, как на свадьбе в Кане, мотыльковая метель. Крыльев крохотных порханье спрессовался белый ком, угрожая разорваться над сиреневым кустом, над аллеей из акаций. Вихри, нежные вихры, облаков уже достали, стали празднично пестры. Журавли на пьедестале, в мотыльках, как в шубе пень, в пелене белесы дали, проступают точно тень туба дальнего детали. Патриархом рэпер дед, ребятня, живая паства, самолетный белый след. Точно выдавлена паста, мент смеется на посту, а вокруг такая прелесть, что с пастушкою посту восхищенно загляделись. Мотыльков веселый пир, ну спасибо, постарались, изменяя целый мир, от пастели к пасторали. Спасибо. День Победы в Великой Отечественной войне занимает особое место среди памятных дат. И едва ли на всем пространстве России живет хоть одна семья,
которую бы прямо или косвенно не коснулась война. 680 тысяч наших земляков, саратовцев, ушли на фронта Великой Отечественной войны. Каждый второй не вернулся к родному дому. С песней «Мы в войну не жили» выступает 13-летняя ученица школы номер 93 имени Марины Росковой Нефедова Ольга. Наши солдаты прошли всю войну и духом не пали даже в плену. У мамы долго не были, соскучились по ней. На родину, хотелось им скорей. Мы в войну жили, о войне слыхали, слезы по щекам у нас текли. Мы в войну жили, о войне слыхали, имена погибших мы запомнили. Имена погибших мы запомнили. Славы отцов достойны сыны, их подвиг навеки запомнят они. За дедов и за прадедов живем на свете мы. Мы будем знать и помнить, что наш мир не для войны. Мы войну жили, а войны слыхали, слезы по щекам у нас текли. Мы войну жили, а войны слыхали, имена погибших мы запомнили. Имена погибших мы запомнили. Запомнили. Приспускается знамя, смотрят все на восток. Опускается на воду скорби венок. Минута молчания, только шорох волны. Минута прощания, память курской беды. Пусть будет чистою вода, пусть память берегут года. Стакан до дна, вас не забудут никогда. Пусть будет чистою вода, пусть память берегут года, стакан до дна, вас не забудут никогда. Роковая случайность, так репортеры галдят. На борту разорвался мощный снаряд. Из отсеков морзянка, бедствие пульс, но утихла она, их уже не вернуть. Пусть будет чистою вода, пусть память берегут года, стакан до дна, вас не забудут никогда. Пусть будет чистою вода, пусть
память берегут года, стакан до дна, вас не забудут никогда. Но вновь на вахту зайдут экипажи ночные, вновь винты рассекут мили морские. Не прощаясь безмолвно, границы уйдут, а с ними с Курска ребята вахту вечно несут. Пусть будет чистою вода, пусть память берегут года, стакан до дна, вас не забудут никогда. Пусть будет чистою вода, пусть память берегут года, стакан до дна, вас не забудут никогда. Спасибо большое. Старушка седая, церковные свечи горят, все вокруг освещая. И этот божественный край, березы, цветы полевые, все это мы нежно зовем. Где граница твоя далеко за лесами? Земля настрадалась и вдоволь омыта слезами. Деревни и хаты стоят такие довольно родные. Все это мы нежно зовем. Россия моя, удивительный
Для вас поют лауреаты Международного московского фестиваля армейской песни «Виват Победа». Ансамбль «Офицеры запаса». Встречайте! России моей снегопадом века, сколько было побед, сколько было беда. Я скажу, расскажу, как мечтали с тобой в мире жить да в ладу со счастливой судьбой. Тот июньский рассвет, оборвалась струна, ты надела шинель, ты нас в бой повела, ты надела шинель. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты провожала и обещала синий платочек встречь. Ты провожала и обещала синий платочек встречь. Песен старых мотив я забыть не могу, силой древних молитв силу множил свою. Ты громила врага, как умела всегда, и сияла звезда, что к победе вела, и сияла звезда. Вперед, не слышен, невесом слетает желтый лист. Вальс осенний сон играет гармонист. Сбегают шалые басы и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Заповедный простор, в рощах трель соловья, я гордился тобой, числя русским себя. За тебя шел я в бой, за тебя умирал. Ведь мы веры одной, ты спасала меня. Ведь мы веры одной. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса. Вдаль уходят года, Русь бессмертна моя. Не сломить, не сломать никому никогда. По России моей снегопадом века, сколько было побед, сколько била беда. Сколько будет побед? Эта Спасибо. Песня является авторской. Автор перед вами на сцене Сергей Он Степанов. Он одновременно исполнитель и автор, и солист. Полковник Сергей Степанов. Музыка.
идут стеной, красиво держат строй и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой единою судьбой мы связаны навек, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, как солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Бесстрашие так спасли мы русский флаг, и дом родной, и наши песни. А коль придет беда, с тобою мы тогда отчизну защитим, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, как солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Полки идут стеной, красиво держат строй, и вместе с нами вся Россия. И он, и ты, и я, армейская семья, и в этом мы сильны, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, как солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога велика, мы будем служить России! Спасибо. 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 Вот так вот браво поют наши отставные офицеры. Ну, а сейчас на эту сцену я приглашаю гостя нашего фестиваля Николая Гусева, лауреата множества фестивалей авторской песни с песней «Диалог с комбатом». Что, комбат, налей за тех, кто не вернулся, за эту горькую минуту тишины. Пусть наши горы снова, снова содрогнутся. Видать, навеки в память вписаны они. Да не суди себя, майор, что жив остался. Знаешь, от судьбы не убежать. И пуля дура под зловещий вой афганца, она так не сумела нас
за пацанов. До дна бача, да помолчи, за пацанов, что свою жизнь не бащите. В тюльпане черном страшный путь с чужой земли. До дна бача, до дна, земля им будет пухом шурави. Война оставила свой след, как черной птицей, прошлась по судьбам, принося несчастье в дом. И каждый раз, листая памятью страницы, мы возвращаемся в один и тот же сон. И снова там, свинцовой каши нахлебавшись, весна разбудит птичьим пеньем поутру. Не подвели бы только нервы не сломаться, когда уводит память в черную дыру. За пацанов до дна бача, да помолчим. За пацанов, кто свою жизнь не пощадил. В тюльпане черном страшный путь с чужой земли. До дна бача, до дна, земля вам будет пухом. Шурави. Это был Николай Гусев. История семьи в истории страны. Среди произведений, представленных на конкурс, жюри особо отметило те, что посвящены истории родного края. С авторским посвящением Иоанну Днепровскому, прославленному в лике собора саратовских святых, выступает автор Елена Потапова. Брожу по селу и любуюсь осенними красками, а память меня возвращает к далеким годам. Спешит по дороге отец Иоанн к своей пастве. На службу спешит в Свято-Троицкий храм. В те годы гонений судьба обошлась с ним жестоко. Но время не властно над подвигом чистой души. Как прежде приходят на ум его мудрые строки, приветное слово. Как прежде сказать он спешит, он нас уверяет, что нашим молитвам внимают, что время придет, все вернется на круги своя. И время пришло, и храмы опять открывают, и полнится истинной верой родная земля. Ну, а сейчас на эту сцену выйдет человек, который выступит сразу в двух номинациях. По условиям нашего фестиваля каждый исполнитель может выступить в нескольких номинациях и представить свое творчество.
Итак, я хочу пригласить на эту сцену Валентину Гаврилову, которая исполнит песню, посвященную святому великомученику и победоносцу Георгию. Автор Валерий Малышев. Грозное имя Георгий, символ победы в бою. В вере Христовой был твердым воин в небесном строю. Рати святой неподкупной он под знаменами стал. Златом на солнце хоругви блещет оружие сталь. Светлый покров благодати, Божьей молитвой щиты, это Христовы солдаты плотно сомкнули ряды. И среди них наш Георгий, яркая в небе звезда, Божий слуга, воин стойкий, мученик ради Христа. Мир, отвергнув суету, звание, титул и награды, бросил вызов ты врагу, став Божиим солдатом. Крест в душе, в руке копье, свято Господу ты веришь. Смерть, где жало-то твое, которым сердце метишь? Небесной трубы, свет кольчуги молитвы, конь твой стал на дыбы, готовится к битве. Сын победы Георгий, сын Христовой любви, ты пронзил копьем веры главу. Камнем придавили грудь и затем порисовали путь, но с надеждой ко Христу уста твои взывали. В яме с известью был здрав, в ней три дня ты жил молитвой. Выпил яд и устоял, любовью к Богу пылкой. Глаз небесной трубы, свет кольчуги молитвы, конь твой стал на дыбы, готовится к битве. Землей смешалась с кожей, сила духа веры твердь вели дорогой Божией. А зло копытом била грязь, и бессилие пред Богом, враг повел тебя на казнь тернистою дорогой. Свет кольчуги молитвы, конь
поникли и грустно. В мгле над обрывом безвестный и вы мои. Пустынно мерцает померкшая звездная люстра. И лодка моя на речной догнивает в мире. В сельские виды у дивное счастье. Гаврилова Валентина. Авторские песни, авторские романсы. Еще раз ей поаплодируем. Ну и я уверена, что следующего участника концерта вы также горячо, ярко и пламенно встретите. Для вас поет Василий Лысач. Памяти Тихого Дона. Встречайте! Поднял конь его на дыбы и
судьба разлукой легла. Там, где в реку смотрят дубы, знать удел по жизни такой. Вражья сила прет напролом, он друзей позвал за собой, чтоб мирный был тихий дом. Ветерок подул, в клочья разорвал, и густой туман, и тоску кручину на седом коне батька атаман уводил в поход бравую дружину. Молодой казак о любви запел, сколыхнулась степь, слушала, молчала, душу распахнув, эскадрон гремел. Солнечную высь песня улетала, любовалась родина мать, слезоньки текли по щекам, предстояло грудью стоять, чтоб не сдать отчизны врагам. Им бы жить, да землю пахать, старикам опорою быть. Им сейчас бы не воевать, а казачьи крепко любить. А понад рекой вихрь пролетел, страшная гроза небо накрывала. Спасибо. С праздником наступающим. Спасибо, Василий. Это был Василий Лысач со своей авторской песней «На закат тихого дома». Ну, а если вы посмотрите на эту сцену, видите, она вся прямо уставлена инструментами. Как говорится, если в начале спектакля висит ружье, то бросок, оно обязательно должно выступить. Конечно, еще не конец нашего гала-концерта, но сейчас эти инструменты будут задействованы, потому что на эту сцену выйдет саратовский ансамбль молодежи «Небо». Встречайте!
жизни, делает выбор между добром и злом. Авторское стихотворение «На распутье» для вас читает Игорь Шведов. Выпьем по другой, разговоры заведем. Выпьем по другой.
мы разговоры заведем, выпьем он по третьей горе, песню запоем. Мы поем, да про казачьи прочтет, с песней раз удал, и мы пойдем на смертный бой. Артема и Ульяну в конкурсных прослушиваниях первого областного фестиваля православно-патриотической песни «Святой Георгий» звучали произведения самых разных стилей и жанров. И вот сейчас, дорогие друзья, вы услышите рэп «Все ради нас» в исполнении автора Домниной Юлии. Встречайте! Слышали бомбы, молились, совместив ладони, чтобы сегодня хотя бы пролетело мимо, чтобы хоть день еще прожить, маме сказать спасибо. Каждое утро солнце вставало в черном небе, над головами самолеты где-то свистят пули, и маленькие дети, едва слегка одеты, зову спешат помочь, чтоб взрослые чуть отдохнули. Они рождались, надеясь жить под мирным небом, и каждого из них мы гордо называем дедом. Их детство было не столько легким, как у нас. Надеясь жить под мирным небом, их платьица сменились формы и халатом белым. Их детство было не столько легким, как у нас. Они учились воевать, и все ради нас. А что творилось на войне, не передать словами. Мужчин всех возрастов на службу быстро отправляли, и на перроне все прощались, обнимая крепко. Слезы текли рекой, слова не пускали по ветру, платочками махали, поезд отъезжал тоскливо, и молодой солдат кричал: «Ты только верь сильно!» А девушка тонула в собственных слезах и понимала, что он может не прийти назад. Они боролись за каждый земли сантиметр на поле боя, братьями стали навеки, слова вперед, за родину и до конца, звучали каждый раз из уст в уста. А дома девушки и матери поют молитвы, чтобы их ангел сохранил, солдаты же на битве подставят грудь под пулю проклятых фашистов, перед глазами промелькнут лица родных и близких. Они рождались, надеясь жить под мирным небом, и каждого из них мы гордо называем дедом. Их детство было не столько легким, как у нас. Они учились воевать, и все ради нас. Они рождались, надеясь жить под мирным небом, их платьица сменились формой и халатом белым. Их детство было не столько легким, как у нас. Они учились воевать, и все ради нас. Немножко необычно, правда? Ну что, наши ребята должны быть во всех стилях, ибо если не православные, то обязательно там кто-нибудь появится
но не мы. Поэтому везде нам нужно занимать первые места, и везде нам нужно участвовать. А сейчас на эту сцену выйдет Антон Подзоров, и он исполнит песню Константина Кинчева «Небо славян». Встречайте! Седлают коней, но над землей тихо льется покой монастырей. А поверх седых облаков синь соколиная высь. Здесь под покровом небес мы
С праздником! С праздником! С праздником! Ну что здесь можно сказать? Браво! Подзоров Иван! Пусть небо славян будет мирным. Об этом нам споет и Альберт Хачинян. «Мир без войны». Встречайте! Что-то в мире случилось такое. Сердце стало у всех ледяное. О любви, мечте забываем, и все чаще близких теряем за идею слепую, не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг с другом, но опомнись и протяни руку. Ведь неважно, какого ты цвета, на каком ты конце планеты, ведь для нас, для всех, земля одна. Дети всей земли, если ваши сны мир наш изменить смогут, небо, что без слез, в мире без войны, предательства и беды, мы все изменить должны, должны. Если будем мы в светлое верить, станет в мире немножко добрее. Мы не будем жалеть со слезами, дома будут папы и мамы, и все дети счастливее станут чуть-чуть. Люди всей земли, будьте же детьми, we
А сейчас вы услышите дуэт Альберта Хачиняна и Антона Подзорова. Песня Олега Газманова. «Офицеры». Свою честь не сгадит, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицера, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры! Офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо. И откуда-то сверху прощает. Откуда-то
посвящается всем погибшим. За родную Россию. Действительно, подвиги героев живут в памяти поколений, становятся символом мужества, самоотверженности, готовности защищать свою родину. Отцу, не пришедшему с войны, посвятила стихотворение Валентина Петровна Бычкова. Встречайте! Тобой журавлиный, превратился ли ты в журавля? Прокурлычь мне с высот и окликни. Я услышу, отец, отзовусь. Но в ответ мне ни стона, ни крика, черный тучи пробудится в росте. Прогреми надо мною грозою или теплым, пролейся дождем. Я судьбу свою, душу омою чистом, праведном ливне твоем. Я ищу тебя долгие годы. Затерялся твой след земной, словно смыт он дождем непогоды, разлучившим тебя со мной. Ждать тебя никогда не устану. Ты ведь в сердце живешь моем. Мне прижаться кровавым ранам на израненном сердце твоем. Всех грозящих нам новой войною пусть настигнет мой горестный зов, пусть набатом гудит над землею плач детей, потерявших отцов. Где, в каких неизвестных мне далях ты, отец мой, лежишь в земле? Я ищу тебя, дочь моя, Варя, без отца, очень тяжко. Вечное Царство Небесное и вечная память всем, кто не пришел с войны. Христос воскресе! Спасибо, Валентина Петровна.
за это проникновенное стихотворение, за эту историю. Сколько было таких историй в течение войны и после нее? Скольких героев мы не дождались с этой великой войны? Слава вашим героям за наше отечество. Ну, а сейчас на эту сцену я приглашаю дуэт «Надежда» Наталью Спивак и Ольгу Михайлову. Пожалуйста, встречайте. Ребята с фотографии смотрят, их глаза, как и прежде, верность дружбе хранят. Каждый мог быть счастливым, каждый мог быть любимым, но остался мальчишкой, молодым навсегда. Это просто война. Это просто разлука, это просто беда, что на землю пришла. Это просто беда, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Он отчизне не доверил все, что знал 18. Целуи с любимой и родимую мать. Ночь ушел на задание, в жизни все не доделал, дом родной не построил, сына не воспитал. Это просто война, это просто разлука, это просто беда, что на землю пришла. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. И перед боем невесте написал он открытку, 20 слов, как он любит, и привет передал. Слушай, маме, скажи, что мне страшно не будет. Я ни разу не струсил, друзей не предал. Оборвались те строчки, пули снайпера девки, что напротив зеленки притаилась в ветвях. И одной пулей дуры стало меньше винтовки, и одним сыном русским стало больше в сердцах. Молодые ребята с фотографии смотрят, а мальчишки живые строем новым стоят. Не забудем любимых, не забудем их лица, не забудем их взгляды, будем помнить солдат. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, война.
вернемся на эту сцену с песней «Вернись», выступит Амирова Наиля. Встречайте. Уважаемые гости, дорогие друзья, а сейчас на эту сцену выйдет наша гостья из города Самара.
лауреат многочисленных фестивалей, и мне особенно отрадно представить, что она является лауреатом одного из самых любимых и самых популярных фестивалей, международного фестиваля «Арзамасские купола». Встречайте, Наталья Гражданкина. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Новая песня. Первый раз пою. Очень волнуюсь. На Страстной седмице. Слова Натальи Лешуковой, музыка моя. Сергея Гусельникова, протоиерей из города Самары. Музыка моя. Молитва матери. Меня от смерти спас комбат, когда мальчишкой бестолковым среди таких же вот ребят я шел на штурм в шинели новой. Не знаю, как, куда стрелять и с кем воюю на Кавказе. Я помнил дома моя мать в своем бесхитростном рассказе. Все просит Бога за меня, за всех шагнувших в это пламя, чтоб нам вернуться из огня живыми с ясными глазами. Я шел на штурм своей судьбы, что в горном пряталась ауле, за взрывами среди пальбы, на кончике бандитской пули пробита новая шинель. Осколками пехотной мины
Я в грязь валюсь, как на постель. Комбат упал ко мне на спину. Мать просит Бога за меня, за всех шагнувших в это пламя, чтоб нам вернуться из огня живыми с ясными глазами. Он обманул мою судьбу. Война застряла в моем сердце. Теперь не я, а он в гробу. Он все же спас меня от смерти. А в это время моя мать за сотни верст в родимом доме все продолжала умолять Христа на простенькой иконе. Мать просит Бога за меня, за всех шагнувших в это пламя, чтоб нам вернуться из огня живыми с ясными глазами. Мать просит Бога за меня, за всех шагнувших в это пламя, чтоб нам вернуться из огня живыми. Мать просит Бога за меня. Спасибо, Господи. Еще одна удивительная песня, которую написала Галина Лупандина. Замечательный автор, который сейчас ослепла. Но вы знаете, когда я пела эту песню, батюшка мне сказал, благословил и сказал, непростой батюшка, иди пой за Русь, стой за Русь до последней капли крови. И, знаете, начала эту песню петь, и вдруг на втором куплете такую почувствовала неимоверную силищу. Я думаю, да кто ж нас победит? Никогда и никто. Ой, веди нас, княже. Славна земля наша воинством, святым защитниками святыми. Снова супостаты рвутся не унять, заключены в латы на конях броня. Православные братья, выходи, не трусь, крепко встанем ратью за святую Русь. Ой, веди нас, княже, пусть в бою поляжем только Русь родимую, мы врагу не отдадим. Ой, веди нас, княже, пусть в бою поляжем, вместе станем как один, Русь врагу не отдадим. Кровью свет потоплен, сеча горяча, щит крыжатый лопнет, а клинок меча. Сотвори молитву, осенись крестом, без оглядки в битву, прочее потом. Ой, веди нас, княже, пусть в бою поляжем только Русь родимую, мы врагу не отдадим. Ой, веди нас, княже, пусть в бою поляжем, вместе станем как один, Русь врагу не отдадим. Княже Александре, путь земной прошед, будешь ты прославлен средь святых мужей. Пусть с тобой прибудет вся святая рать, да и смогут люди к небесам взывать. Ой, веди нас, княже, пусть в бою поляжем только Русь родимую, мы врагу не отдадим. Ой, веди нас, княже, пусть в бою поляжем, вместе станем как один, Русь врагу не отдадим. Ой, веди нас, княже, пусть в бою поляжем только Русь родимую, мы врагу не отдадим. Ой, веди нас, княже, пусть в бою
Господи! Пасхой! Спасибо. Ну что ж, да, с таким настроением можно и жить. Ну, а сейчас на эту сцену я приглашаю офицера Михаила Ермолаевича Суслова. Он споет песню, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны. Встречайте! Спасибо. Этой песней я хочу отдать дань уважения нашим ветеранам, живущим ветеранам, которые на своих плечах самоотверженно принесли нам победу. Давайте поблагодарим их за то, что мы живем. Молодыми вы были в годы грозные эти, но о подвигах ваших будут помнить столетия, и легенды, и песни внуки вам посвятили. Мало вас остается, я хочу, чтоб вы жили, и легенды, и песни внуки вам посвятили. Мало вас остается, я хочу, чтоб вы жили. Давай споем вашу песню, пусть круг друзей станет тесным, затихнет боль сердечных ран. Крепись, дружище, ветеран, и мы споем эту песню, и круг друзей будет тесным, исчезнет боль сердечных ран. Держись, дружище, ветеран. Я хочу, чтобы вы жили как герои из песни, так хочу, чтобы вы были по возможности вместе. Вы в труде закалились и в войне победили. В поколениях юных вы себя повторили. Вы в труде закалились и в войне победили. В поколениях юных вы себя повторили. Давай споем нашу песню, пусть круг друзей станет тесным, затихнет боль сердечных ран. Держись, дружище, ветеран, и мы споем эту песню, и круг друзей будет тесным. Исчезнет боль сердечных ран. Держись, дружище, ветеран, исчезнет боль сердечных ран. Держись, дружище, ветеран. Спасибо, спасибо, спасибо ветеранам. С приближающимся праздником Великой Победы! На сцену приглашается дуэт Карлова Юлия и Прись Анастасия и танцевальный ансамбль «Экспромт». Россия, ты моя звезда. Thank you.
волжский плес, ширь полей, плач берез. Это ты, родина моя, это ты, Россия. Купола, небо ввысь, для тебя наша жизнь. Это ты, родина моя, в мире нет красивее. Россия, Россия, ты моя звезда. Россия, Россия, ты моя судьба. Россия, Россия, повторю я вновь. Россия, Россия, ты моя любовь. Журавли на полях, лето, соль и земля. Это ты, родина моя. И вновь на сцену приглашается член жюри фестиваля Николай Михайлович Клюшкин. Встречайте. Ну вот видите, как праздник длится, и потихонечку приходит к завершению. Песня Булата Акуджавы, наверное, самая великая из его песен. Называется она «Молитва». Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня, дай счастливому денег и не забудь про меня, пока земля
еще вертится, Господи, Твоя власть. Дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Господи, Ты все умеешь, и я верую в мудрость Твою. Как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Как верит каждое ухо тихим речам Твоим. Как веруем мы сами, не ведая, что творим. Господи мой, Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и ей это странно самой, пока еще хватает времени и огня. Дай же Ты всем понемногу и не забудь про меня. Дай же Ты всем понемногу и не забудь про меня. В 2005 году замечательная певица Елена Камбурова была награждена орденом преподобного Сергия Радонежского. И тогдашний патриарх всея Руси Алексий, вручая эту награду нашей великой замечательной певице, с благодарностью особо отметил то, что в ее репертуаре очень много песен Булата Акуджавы. При этом назвал этого замечательного поэта, барда, писателя, одним из апостолов любви земли русской. И вообще, на мой взгляд, из заповедей Христовых самое главное – это заповедь «возлюби ближнего, как себя самого». Будет любовь – будут хорошие дороги, будет хорошая экономика. Все будет. Еще одно маленькое стихотворение – Булата Акуджавы. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или трудны мытарства, а погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Размышления на 9 мая. Песня Юрия Лориса. Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей буду также учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Это очень простая наука, не нужен ей прицел и расчет. Там, где люди не любят друг друга, трава не растет, и приправленной горькой разлукой, ах, как сладок отечество дым. Если люди не любят друг друга, очень просто стрелять по своим, и сменяет разруху разруха, ни к чему городить огород.
Если люди не любят друг друга, а себя величают народ, не привязанный к срокам и датам, прихожу в Александровский парк. Я хочу поклониться солдатам, тем, что с неба на землю глядят. Потому и не будет нам спуску, что друг другу становимся злей. А солдат неизвестный, он русский, и грузин, и казах, и еврей. Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей буду также учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Легче быть перелетной печугой, только я почему-то не смог. Там, где люди не любят друг друга, там уходит земля из-под ног. Любви вам, друзья мои, мира, любви, благополучия. Сейчас в моей руке то, ради чего многие конкурсанты пришли на этот праздник православной песни. И здесь дипломы лауреатов, спецдипломы для тех, кто принял участие в первом фестивале Святой Георгий. Но прежде чем мы назовем наших участников и лауреатов, позвольте представить вам членов жюри фестиваля. Председатель жюри Ирина Львовна Егорова, профессор Саратовской государственной консерватории имени Льва Витальевича Собинова. Ирина Львовна, вам благодарственная грамота от оргкомитета нашего фестиваля. Член жюри фестиваля Сергей Ученишвили, диакон Александра Невской лавры. Ну, я сам себе вручаю это благодарственное письмо. С особой радостью я хочу пригласить на эту сцену еще одного члена жюри фестиваля, лауреата многочисленных конкурсов, автора и исполнителя православных песен Антона Степановича Галицкого. Антон Степанович, примите это благодарственное письмо от оргкомитета. Ну а мы очень просим членов жюри фестиваля не уходить далеко, потому что следом будет идти церемония награждения победителей. На сцену приглашается член жюри фестиваля Алексей Владиславович Кириллов, автор и исполнитель, руководитель клуба православной и патриотической песни «Георгиевский крест». Крест. И руководитель этого замечательного фестиваля Святой Георгий. Спасибо, Алексей, за этот замечательный фестиваль. Следующий член жюри фестиваля Николай Михайлович Клюшкин. Автор-исполнитель песни, которую вы только что слышали. Спасибо, Николай. Торжественно вручаем вам эту благодарственную грамоту. Ну, а поэтическую работу возглавлял Игорь Иванович Пресняков. Поэт, президент Ассоциации свободных поэтических объединений Саратовской области. Спасибо, Игорь, за плодотворную работу, особенно на поэтической ниве, потому что поэтов было очень много. Ну, а теперь торжественный момент. Мы попросим всех членов жюри фестиваля подойти сюда на сцену для вручения памятных призов и подарков. Итак, начнем церемонию награждения с грамот и специальных призов. Итак, специальным призом за творческую смелость награждается Наиля Ахмерова.
прошу всех наших участников быть поближе к сцене. Кто-то выходит из зала, кто-то выходит из-за кулис. И подходите смело, получайте свои заслуженные награды. Специальным призом за проникновенное исполнение авторской песни награждается дуэт Людмила Липатова и Игорь Шведов. Остановитесь на сцене. Все наши участники, пожалуйста, не уходите со сцены, оставайтесь здесь для заключительного фото. Специальным дипломом за высокую духовность и проникновенность звучания награждается детский ансамбль «Родничок». Специальным призом за глубокое раскрытие православной тематики награждается протоиерей Павел Миронец. Батюшка сейчас задействован на службе, поэтому приз найдет своего победителя чуть позже. Специальным призом за оригинальность награждается дуэт Колина Мария и Алексей Мещеряков. Не торопитесь. Ну, а теперь мы приступаем к награждению лауреатов второй степени нашего фестиваля. Итак, лауреатом второй степени фестиваля «Святой Георгий» становится Бычкова Валентина в номинации «Поэт». Спасибо вам за ваше проникновенное стихотворение, за ту историю, которую вы нам поведали. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Поэт» также награждается Игорь Шведов. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Молодой исполнитель» награждается Юлия Карлова. Спасибо, Юленька, за творчество. Диплом лауреата второй степени в номинации «Молодежный ансамбль» награждается дуэт Артем и Ульяна Филипповы. Спасибо вам за ваше творчество. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Молодежный ансамбль» награждается ансамбль «Сыны Отечества». Не торопитесь. Представитель замечательной школы номер 67. Школа имени Янковского. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Автор музыки» награждается Михаил Суслов. Другой.
дипломом лауреата второй степени в номинации «Молодой автор-исполнитель» награждается Юлия Домнина. Спасибо, Юлия, за ваши прекрасные тексты, которые вы читали в стиле рэп. Да, на всех участках мы должны обязательно побеждать. Спасибо. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Молодой поэт» награждается Никита Скляров. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Взрослый автор-исполнитель» награждается Иван Завьялов за песню о томоходе «Курск». Дипломом лауреата второй степени в номинации «Взрослый автор-исполнитель» награждается Валентина Матросова. Итак, переходим к лауреатам первой степени. Самый трепетный момент. Итак, лауреатом первой степени в номинации «Ансамбли» становится дуэт «Надежда» Наталья Спивак и Ольга Михайлова. Дипломом лауреата первой степени награждается автор музыки Валентина Гаврилова. И также дипломом первой степени она награждается в номинации «Исполнитель». Сразу два диплома, представляете, в двух номинациях. Вот это плодотворно. А теперь наши молодые звездочки. Дипломом первой степени в номинации «Молодой исполнитель» награждается Альберт Хачанян. Также мы просим Альберта передать диплом первой степени Антону Подзорову, который сейчас отправился на следующий фестиваль, и вместе с ним они получают диплом первой степени в номинации «Молодежный ансамбль». Поздравляю! Богатый урожай диплома. Дипломом первой степени в номинации «Поэт» награждается Наталья Смирнова. Дипломом первой степени в номинации «Молодой автор-исполнитель» награждается Ольга Нефедова. Олечка. Дипломом лауреата первой степени награждается молодежный ансамбль «Благодать». Руководитель уже на сцене. Руководитель Ирина Егорова. И, наконец, трепетный момент.
работают все радиостанции Саратова, а также все телевидение. Внимание, внимание! Гран-при первого фестиваля «Святой Георгий» вручается дуэту Наталья... Какая Наталья? Это я посмотрел на свою любимую ведущую и вспомнил свою жену Наталью, которая меня ждет в Петербурге. Конечно же! Дуэт Юлия Карлова и Анастасия Брись! Спасибо вам, девочки, за такое великолепное выступление. Все члены жюри согласились единодушно, единогласно с тем, что именно вы... Отец Сергей, у нас еще не все сюрпризы фестиваля завершены. Сегодня в зале почетный гость Олег Федорович Савельев, участник войны в Афганистане, награжденный орденом Красной Звезды. Я прошу его подняться на сцену и вручить приз победителям. Сказать несколько слов для нашего сегодняшнего поколения. Уважаемые участники областного фестиваля православной и патриотической песни, мы находимся в преддверии Дня Победы. Я хотел бы от имени нашей организации ветеранов боев братства сердечно всех поздравить с наступающим праздником Днем Победы. Старшее поколение, проявив мужество и горы из года Великой Отечественной войны, обеспечило нам мирную жизнь. И можем заниматься, учиться, работать, заниматься любимым делом. И сегодняшний фестиваль этому еще раз подтверждение. Мы сегодня здесь все прослушали дипломантов, лауреатов фестиваля, который прошел в нашей области. Это знаковое событие для нашей области, для нашего города и других городов нашей области. Я хотел бы выразить свою сердечную благодарность, я думаю, все присутствующие согласны с тем, что замечательный гала-концерт, который сегодня был, мы все огромное удовольствие получили, и, безусловно, огромное спасибо всем участникам, организаторам этого замечательного фестиваля. Всего вам доброго, творческих успехов, дай Бог вам всем здоровья и благополучия. С Днем Победы! Спасибо, Юлечка, Анастасия. Еще раз вас поздравляем с этим замечательным первым в истории фестиваля «Святой Георгий» призом, гран-при, увесистым таким, полновесным. Потому что так замечательно они пели, что лично у меня сердце просто радовалось и пело. И как только они спели, я уже сказал, это гран-при. А тот полновесный номер, который вы создали вместе с вашими танцорами, это, конечно, большой номер, который заслуживает большой сцены, большой жизни. Я надеюсь, что это только первая ласточка в вашей жизни, и что мы увидим вас еще не на одном фестивале, не на одной сцене, а может быть и по центральным каналам телевидения. Мы вам этого искренне желаем. Ну а сейчас заключительная песня, которую споет организатор этого фестиваля, его душа, его сердце, его мотор. Бард саратовский, член жюри многих фестивалей православной песни и в Севастополе, в Крыму, и в Витебске, в Белоруссии, и в Петербурге, Алексей Кириллов. Песня посвящается святому Георгию Победоносцу. На сцене все лауреаты и участники фестиваля «Святой Только Георгий». Только помолится Богу русский солдат на войне, сразу ему на подмогу всадник на белом коне. Победоносец Георгий среди военных дорог, и покоряйтесь народы, я Роснами Бог.
снова круг неспокойно, а в небе кружит воронье. Но православный наш воин в змея вонзает копье. Победоносец Георгий среди военных дорог. И покоряйтесь, народы, ярус с нами Бог. Скинут все вражьи орды, с нами небесная рать, а Божий угодник Георгий учит нас побеждать. Победоносец Георгий среди небесных дорог. И покоряйтесь, народы, ярус с нами Бог. Только помолится Богу русский солдат на войне, сразу ему на подмогу всадник на белом коне. С нами Бог, услышите до последних земли, могущие покоряйтесь, яко с нами Бог. Спасибо. На этом торжественном аккорде первый фестиваль Святой Георгий объявляется закрытым. И от всех нас, работавших на этой сцене, всем вам, дорогие наши члены зрительского жюри, ибо ваша оценка самая главная, низкий православный поклон. Мы надеемся, что этот фестиваль только начал свой путь, и в следующем году мы вновь увидимся на фестивале Святой Георгий. Этот день мы приближали, как могли, этот день победы.